Оплатить коммунальные услуги в интернете легко. Для этого больше не нужно стоять в очередях, тратя много времени. Достаточно иметь компьютер, платежную карту и выход в интернет. Сделать это проще простого. Зайдите на сайт платежных сервисов или в интернет-банкинг вашего банка. Введите номер лицевого счета, указанного на квитанции. Выберите оплату картой. Введите номер карты, ваше имя, CVV-код на обратной стороне карты и срок ее действия. Введите код подтверждения, присланный в СМС, если это требует сайт или приложение, в форму оплаты. Подтвердите оплату. Сохраняйте электронный чек об оплате. Платите онлайн и сделайте свою жизнь проще и удобнее с картой Visa.